другое. Да, это было, там вещи разбросаны, все. Ну, как дома, нет, а так и видела. А за ней замечаний нет никаких, одна радость. Вы не думайте, что я вас меньше люблю, но в данном случае вы должны прислушиваться, что она вам скажет. Ваня, просим, на нужное место поставьте, чтобы она была выше вас всех. По делам. Тем более тебя нету, да, так что... Да, они вдвоем. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих, также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог и Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи Боже наш, прими нашу молитву воздяние рук, как жертву вечерней благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Владыка. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Боже, всемогущий Создатель и Зиждитель всего сотворенного, услыши молитвы всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сыном Твоим Единородным Иисусом Христом, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ну, бабу надо еще. Подожди, сейчас не идти надо, да?